Да, день добрый. Это вы мне, наверное, звонили по поводу выставки. Ну да, Бигль. Вот ему 5 лет, кстати. Через неделю будет уже. Это что? Это у меня скоро день рождения. О, надо быть подарков заказывать. Обязательно участвовать надо, да? Это где уже участвовать? Я всегда за дни рождения устраивать. Мне это хорошо, бать. Устраиваю, участвую во всех я этих мероприятиях. Так, в каких пределах вес вы говорите? Ну, я вообще его не взвешивал уже давно. Ну, сейчас проверим, хорошо. Бать, это про торт, а? Вес. Вес тортика можешь 20 кг заказать. А зачем такой маленький 17-18? Ну, все, я понял вас. Хорошо, значит, с весом определимся и привезу бумаги. Там все по нему сейчас соберу. Все, спасибо, до свидания. Ты что, бать, заказал мне аниматоров? Торт тоже заказал на день рождения, я все слышу. Что у меня скоро день рождения, юбилейчик, как говорится, 5 лет. Угу. Сейчас, юбилейчик твой, юбиляр, знаешь, что надо сделать? Надо тебя взвесить, мне сказали. Для чего это? Торт надо взвесить, а не меня. Ты что-то неправильно понял. Я-то как раз все правильно понял. А вот ты про что, я пока не понимаю. Сиди здесь, сейчас весы принесу. Это хорошо, день рождения, это хорошо. Люблю я свои день рождения, много подарков. Тортики, анимация, друзья, вечеринки. Че, батя, заказать? Эй, бать, че мне тебе с подарка заказать? Еще никак придумать не могу. А, бать? Иди сюда, знаешь, что закажи? Чё? Закажи себе первое место в выставке занять. Вот, вот что надо. Это что я себе должен заказать? Бать, я не хочу ни на какие выставки. Если ты сейчас свое чемпионство не подтвердишь, подожди, не лезь, я сам сначала взвешусь, то у тебя вообще все предыдущие снимут награды. И какой ты потомственный чемпион будешь? Кто им разрешит? Я им не разрешаю. Тебя никто и спрашивать не будет. А вот... После выставки мне сказали, вес твой знать обязательно. Для чего? Подожди, я знаю свой вес. Ух ты, 21 600. Алло, ты чё? А сколько надо? Подожди, у меня было там... Чё, бать, не хватает веса, да? Бать, веса не хватает, я поправлюсь быстренько. Много ты меня покормишь мясом и все поправлюсь. 21. Веса тебе не хватает. У тебя для верхней границы 4 килограмма уже сбросить надо. Ты! Чё, дешу, бать, это? С ума сошли, что ли? Покажи. Иди сюда. Иди сюда, покажи. Каких 4 килограмма? Это что, Шерлок, я реально, если бы не выставка, то я бы не посмотрел. Э, слышишь? Ты что там где-то это... Склад мяса где-то нашел подпольный, или где ты это успел такие бока наесть? Я не понял, а, друг мой? Ну все, вот выставка отменяется, да? Нет, друг мой, выставка через месяц. И отменяется твои вкусняшки, обед не по расписанию, и все бонусы, плюшки, сладости, вкусняшки, все отменяется. Я так не договаривался. У меня, между прочим, день рождения, ты сам сказал. И будешь его отмечать с водичкой. Это мало того, что день рождения на сухпое у тебя будет, так это еще понимаешь, мне сейчас тебе таблетку покупать от клещей. Это что, на сербернара покупать, что ли, или что сказать? У меня собака 100 килограмм весит, потому что там 20, а дальше уже 20+, все. Че, бать, какой сербернар? Он же меня проглотит. Нет, друг мой, уже не проглотит, уже вот тут вот подавится, наверное. Ой, ладно, бать, ну, брось дурное. Так. Дурное. Дурное я брошу. Дурное отношение к твоему питанию. Все, весы заношу. И разрабатываем дертлан. Итак, друг мой, садись. Я уже все подумал, придумал. Первое. Самое эффективное – бег. Бег избавляет от лишнего веса. Так что будем бегать. Бегать. Я тут вокруг дома и так бегаю, ничего не помогает. Ты вокруг дома бегаешь только когда с крыльца услышишь и за едой, за вкусняшками прибегаешь. Такой бег не пойдет. Беговая дорожка у нас есть. Все, с нее и начинаем. Ой, блин, это самое ужасное. Это просто детский тренажер. Ой, я боюсь, батя, я осилю. Осилишь. Пошли пробовать. Пошли. За мной. Эх. Дурное это место.
спортзал. Не люблю я его. Что ты чихать начинаешь? Аллергия, бать, на него. Вот полежать бы, нормально, вот так или вот так. Так, давай это все твои вступления не нужны, сразу на дорожку. Иди сюда, садись. Садиться могу, боюсь, не пробегусь. Ну, и куда ты задом ходить будешь? Не, разворачивайся. Разворачивайся, вот так, стой. Стоять. Давай, подожди. Не, бать, ничего не выйдет. Ладно. План Б. Бегать ты у меня все равно будешь. Не хочешь сам? Значит, я с тобой буду физухой заниматься. О, прогулки-то я люблю. Это будет другое дело, бать. Это тебе не беговая дорожка. Ну, сегодня необычная прогулка будет. Первый раз. Подожди. Еще одно забыли. Чего мы забыли? Мы все... А нам зачем этот дикий зверь? Стоять. То сейчас ты с таким весом и меня снесешь. А зачем нам велосипед? Подожди. Не дергать раньше времени. Сейчас узнаешь. Ну что, пошли. Ну пошли. Тихо, резко. Куда заворачиваешь? Ускоряемся без остановок. Бегом. Ну, батя, я уже устала. Не знаю ничего. Бегом. Ускоряйся чуть-чуть. И передышку сделаем. Давай. Бегом. Батя устал. Батя, у меня уже язык на бороду. Я уже устал. Я не могу больше бежать. А, нормально. 100 грамм, наверное, уже скинул. Ничего, это только начало. О, бать, подвези меня на своем велике, а я уже не могу. Нет, сейчас ты будешь впереди бежать, а я буду кричать: убегай, давлю! Давай! Убегай, задавлю, давай! Ай, батя, не надо, батя! Давай! Давай! Тормозим! Кажется, бегать тяжело. Нормально, слушай, мне полезно. О, вместе будем сбрасывать. Отличная идея. Тогда не скажешь, что я только тебя эксплуатирую. Поехали домой, полежим немножко. Не, лежать ты будешь ночью спать, знаешь, как это, без задних лап, как говорится. Сейчас мы с тобой прямиком купаться. Эх, какое купаться? Ну, жарко же, вспотели. Батя, давай лучше посиди и полежи вот в травке мягенько. И это дело делаем. Все, дела сделал. Погнали дальше. Еще 2 километра до озера. Бать, ну ты же знаешь, я не люблю купаться, а? Теперь мы будем делать все, что ты не любишь делать. Потому что это приносит тебе пользу. Пошли воду проверим. А, ну как водичка, бодрит? Нет, холодит. Холодит? Да, холодно. Нормально, я с тобой сейчас пойду туда. Что ты думаешь? Я же сказал, я с тобой буду все делать с тобой. Согласен? Ага, там можно без меня? Ха-ха-ха, не прокатит. Все, Шерлок, снимаю майку и полезли. Давай. Давно я в речках покупался. Давай, догоняй. Эх, совсем не люблю это дело. Ребята, как вы любите купаться или нет, или как я? Плыви. Плыви, я тебя страхую. Молодец. Ты у меня хороший пес. Конечно, я хороший пес, бать. Давай на берег. Назад, сам. Видишь, маленький кружок сделали. Отлично. Я, бать, думаю, на сегодня хватит. Это был первый раз из 10. Пошли на второй заход. Че? Каких это из 10 первый? Блин, что-то грязновато тут как-то, батя. Эй, я не понял, ты что думаешь, я тебя мыть потом буду? Пошли, будешь сам мыться. Пошли. Плыви. Плыви. Глубже. Ой, хватит уже так глубоко. Давай. Молодец. Давай. Выходи. Молодец. Ну что, не весело, а? Язык повесил. Давай, последний, 10-й. Может, уже точно не надо быть? Не, последний 10-й мне по шейку будет. Погнали. Ё-пай-ра-са-ты. Не хочется мне совсем в этот 10-й уже. Эх, батя, как всегда, заставит. Не хочешь, захочешь. Ай, молодец у меня, пёс. Давай. Ой, красавец. Ну, молодец, я домой хочу. Не, вымазаться я тебе не дам.
Сейчас домой бегом. Согласен? И спать! Нет. Это еще пилатес и йога. Какой пилатес? А какая йога? Батя, ты что, с ума сошел? А? Ну что, погнали. А теперь будет упражнение, которое тебе даже не надо заставлять делать. Знаешь, пилатес, растяжка такая. Ох, иди. Единственное, что я люблю. Пошел иди. Я. Пилатес, это значит хорошо поваляться. Эх, хорошо порастягиваться. Вот это я люблю, бать. А можно только это будем делать, а? Ребят, я думал, он это на траве будет делать. Я его еще буду мыть потом, капец. Эх, хорошо. Ладно, ребятки, вы были на канале Бро Шоу Пэт. Обязательно ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Да, бать. Ну что, как ощущения? Эх, устал, как собака. Ха-ха. Ну, отлично. Завтра продолжим. Ёшкин-то матрёшки, я хоть пилатесом любимым позанимаюсь.